Сидоров! Сидоров! Петя! Оглох, что ли? С вещами на выход. Ну все. Все, Серега. Давай. Давай, ну ладно, ладно, ладно. Все, давай, давай. Давай. Ой. Да, Серега, вот мы с тобой здесь познакомились. 5 лет вместе просидели. Да чего же наши судьбы-то похожи, а? Судьбы наши похожи. Только ты выходишь по амнистии, а мне еще целый год здесь мотать. Тебе вот это там надо? Да, оставь себе. Спасибо. Да что, год, Серега, что ты, год пролетит, не заметишь, как на воле окажешься. Слушай, вот мы с тобой здесь 5 лет вместе просидели, о чем только не переговорили, а? Да обо всем. Ай, все друг о друге знаем. Все. Тайн уже никаких не осталось, никаких нет. Да какие там тайны? Тайны. А вот какая у тебя мечта? Я вот так и не спросил. А? Да какая у меня мечта, Петя? Одна у меня мечта. Выйти отсюда поскорее на свободу. Откопать доллары, которые я перед арестом успел закопать. Угу. И зажить, как королю. Удивительно. Вот даже мечты наши совпадают. Сидоров! Я ведь, Серега, тоже мечтаю выйти на свободу, откопать доллары, которые ты перед арестом успел закопать, и зажить, как королю. Все, пока! Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы какой. Горжусь вами. Садитесь. Давайте знакомиться. Итак, я ваш адвокат. Наконец, я вас так ждал, так ждал. Но я ждал тоже. Ну что же, расскажите мне, как вы украли из бюджета 20 миллионов долларов? Так, 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 так. Пожалуйста, я прошу вас. Я ваш адвокат. Я должен как-то сориентироваться. Что? Да это полная ерунда. Это полная ерунда. Что? 30 миллионов? А? 40. Ну что вы, ну какие 40, какие 30? Меня просто подставляют. Я всю жизнь на одну зарплату. Вы ко мне домой приедете, вы просто увидите, как я живу. Ну ни копейки, я вам детьми клянусь, ни копеечки не взял. Ну... Ну вы же должны мне верить, вы же мой адвокат. Ну, вы мне верите? Вы верите мне? Вы знаете, самое страшное, что я вам верю. Может, 1200-300? Ну не копейки. Ну по мелочи. Ничего. Совсем. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, извините меня. Ради бога, извините. Я... Спасибо. Спасибо. Начнем? Извините. В том смысле, что вам придется поискать себе другого адвоката. Что они там, ребята, в коллегии, что-то они там намутили, что-то. Пусть вами. Удачи. Слушай, ну, слушай, сержант, может, ты встанешь вообще смирно как-то, я не знаю. Зря ждать, ты смирно. Слушай, что это творится у вас на участке вообще? Слушай, это же... Это, слушай, это безобразие вообще. Да у нас все в порядке, вот журнал могу показать. Да, слушай, не надо мне это журнал, слушай. Если у вас
На участке орудует банда, целая банда этих, ну, вот этих вот наперсточников и катал. Это что это такое? Идите и задержите их вообще. И учтите, что они вооружены вообще. Серьезно вооружены. Кто вооружены? Наперсточники? У вас точные сведения, товарищ майор? Слушай, знаешь, точные у меня сведения. Ты смотри, что у них пистолет Макарова, у них это газовый баллончик, у них рация милицейская. Вам точно сказали, что у них пистолет? Никто мне не говорил. Черт меня дернул. Просто лукавый попутал, понимаешь? Слушай, и это обязательно отберите у них, свисток, вот, наручники. И такие хорошие ботинки у меня, черные эти, югославские, кожа такая. Видишь? Вообще. Смотрю я на тебе, не чаю, и удивляюсь. Вот же ж, дохлятина же ж. Ну что это? Лобик маленький, морда ж тупая. Что ты там такого натворил, что наш начальник тюрьмы каждый день с тобой по 2 часа беседует, там, допрашивает тебя? Сильно бил, а? Да никто меня не бил. Да ладно, что ты гонишь, чтобы наш начальник тюрьмы и не бил. Не бил. Не бывает такого. Ну, а говорили вы о чем? Да ни о чем мы не говорили. Мы с ним в карты играли. Чтобы наш начальник тюрьмы вот это вот зычьем вот это в карты играл. Не бывает такого в нашей тюрьме. Это теперь не ваша тюрьма. Что? Что? Ничего. Не ваша тюрьма. Где ты? Пошел! Продул ее, ваш начальник. Понял? Теперь это тюрьма моя. Теперь я здесь хозяин. Пораспустились тут.